Шымкент приехали представители казахстанской фондовой биржи. Их цель – привлечь местных предпринимателей к участию в торгах. Для этого была организована встреча в региональной палате предпринимателей, куда пригласили собственников и руководителей шымкентских компаний. Однако бизнесмены приглашения проигнорировали. На биржевую неактивность коммерсантов Южного Казахстана посетовали и сами гости. По их словам, именно фондовый рынок сейчас определяет инвестиционную привлекательность казахстанских бизнесменов. Кроме того, привлекать финансы выгоднее не через кредиты в банке, а на бирже. Многие компании сейчас в Казахстане не перекредитованы. Все активы, все имущество заложено, бывает и несколько раз. То есть, привлекая деньги в компанию, вы гасите кредиты, вы высвобождаете залоги, происходит оздоровление компании. Уменьшаете долговую нагрузку. То есть, еще один такой важный момент, что, соответственно, деньги приходят они без залога. То есть, это как правило, то есть, при, вы получаете кредит, вы обязательно регистрируете залог.